Другая медицинская и социальная тема, которая вновь активно обсуждается в обществе – запрет абортов в нашей стране. Ввести его предлагают участники нескольких общественных организаций. Они даже составили специальное обращение с просьбой изменить законодательство в этой сфере. Информация не вызвала бы широкого резонанса в обществе, если бы не сообщение на сайте Московской Патриархии. В нем говорится, что петицию о запрете абортов подписал глава Русской Православной Церкви. Это и вызвало шквал обсуждений темы как среди медиков, так и среди обычных людей. Особо ожесточенные споры уже по традиции развернулись в интернете. Кто-то считает, что запретная мера пойдет на пользу стране, поскольку повысится рождаемость. Другие уверены, что такое явление, как искусственное прерывание беременности, не искоренить. Пока же идут споры. Сейчас в России женщины имеют право прервать беременность сроком до 12 недель. По статистике, в прошлом году только по направлениям женских консультаций такую операцию сделали больше 13 тысяч жительниц нашего региона.